В FM-пространстве страны с этого дня новая радиостанция. В полночь на волне 101,7 впервые прозвучала музыкальная заставка «Центр FM», а в 7 утра началось утреннее шоу «Центробежная сила». Слушай настоящее. Центр-ФМ. Привет, страна! Друзья мои, в стране появилась на одну радиостанцию больше, и это Центр-ФМ. Мы вас всех приветствуем. Появление радиостанции – одно из главных событий нового сезона на всем медийном рынке страны. Центр-ФМ входит в состав второго национального телеканала. При этом в команде как радищики с большим стажем, так и совершенно новые люди со своим современным взглядом на создание радиопрограмм. Услышим в эфире любимые радиослушателями голоса, но до конца интрига эфирной премьеры будет открываться еще несколько дней. У меня мурашки по коже. Я в легком состоянии аффекта от того, что происходит сейчас, потому что родилась новая звезда Центр ФМ. Новая звезда ФМ радиовещания в этой стране. Не побоимся этого слова, да и в мире. Если говорить честно, это большое удовольствие. И самое главное, это большая ответственность. Когда, да, если без сарказма и честно, то, конечно, очень приятно работать на новой радиостанции, в новом коллективе, за новыми белыми столами. Но с друзьями. Центр ФМ будет со своими слушателями на протяжении всего дня. Дневные и вечерние шоу наполнили общением, историями из жизни, розыгрышами и поздравлениями. Каждому, кто включит свой радиоприемник на волну 101,7, здесь обещают помочь всегда быть в центре событий. Слоган радиостанции «Живи настоящим». Делать это вместе можно и в Новополоцке на волне 107. С появлением радиоцентр мы начали вещать дополнительно в двух новых регионах. В Витебске на частоте 93,3, а в Гродно 94. Гомель и Могилев услышат новую радиостанцию к Новому году.